Школьный спортзал в Липках – любимое место активного отдыха всего поселка. В урочное время здесь только дети, в вечернее – все желающие. Баскетбол, мини-футбол, общефизические нагрузки в почете. Ремонт с 80-х годов не проводился. Наши дети спортивные. Они занимают призовые места на муниципальном уровне в различных спортивных состязаниях и даже на региональном уровне. Наши ребята очень любят физическую культуру. Вот у нас 3 часа физкультуры в неделю. Пропусков без уважительной причины уроков физкультуры у нас нет вообще. Ремонт выполняет бригада из 6 рабочих. На сегодняшний момент уже полностью закончены работы с окнами, стенами и потолком спортзала. Впереди 2 небольшие раздевалки и пол в самом зале. Завершение ремонта по плану должно быть в конце июля. Педагогический коллектив надеется, что осенью сможет порадовать детей обновленной школой. Учителя очень ждут своих учеников и к 1 сентября готовятся основательно. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.